Да ёп. Так, а с этого... Там еще. Так. Хорошо. Ничего так ничего. Так. А, ну это та же дверь просто. Значит, какой-то из этих, наверное, вот этот вот. Ну, знаешь его? ДНК. Ой, сразу все прошло. Че? А если? Я просто думал, мало ли. А тут вообще отключено написано. Может, можно тоже как-то пройти. I can't stop thinking about the formulas from Patient 4's last session. They're so clearly ordered, they keep playing back in my mind. The final configuration seems within reach. I can almost solve it myself. It's funny. I was telling Travis the other day that it's almost like it wants us to succeed. I've never seen anything like it. Once we finally solve this heuristic stabilization problem, we should be able to start growing the layers of the marker from the mineral baths. Чё? Это не про... Пациента 4, что ли, говорили? О, аптечка, аптечка. Ты моя радость, аптечечка моя. Так, а это что, обелиск, типа? Хрен знает. Тысяча. Пипец. Ха, развалились. Ребятушки слабенькие оказались. Че такое упало? Для снайперской? Клепального какого-то молотка. Это, видимо, тот читерский, который. Ну хорошо, идем дальше. Аптечку. Без. Так, что будем делать? Вот этой давайте. Чтоб больше никого не оживлял. Сейчас им бомбу сюда кину это. А голову он тебе забыл приделать, да? Это? Военизированный некроморф. Ух ты, ёп. Вау! Блевальщик этот идет. Это еще попробуем. Я брал во вот это. Сразу надо их подавить легко. Да ёб твою. Не подпускай к себе, Айзек. Ну тоже, ой, блин, кто там подпрыгнул. То что они кредиты дают, это тоже круто. Сюда можно было бежать. За стазисом. Но я же не знал, что тут стазис. Но предполагал. Да, ну ладно, надеюсь, ничего не пропустил. А нет, сообщение. О, звук! Слышали? Как из этого? Из мегаполис.
часа. Что это было вообще? Что за звуки? А, пытался шкафчик открыть, видите? Сюда нам. А тут вопрос. Либо верстак, либо силовой. Блин, ну, смотрите, у нас патронов вроде нормально. Просто я не знаю, что там могут дать с силовыми. А вот здесь как раз-таки... Ну, кстати говоря, можно использовать силовой один. Попробую чисто посмотреть, что там. Импульсное. Объем. Все. Там, конечно, круто все, я знаю. Хорошо. Так уж и быть, так уж и быть. Так. Ну, до контрольной точки дойдем, он исчезнет, я думаю. А, вот и исчез. Так. Опасность. Или что-то предупреждение. Опять сталкеры. Че я сделал? А тут не пробежишь толком, видите, тут блевотина какая-то. Видите, они все продумали. Разработчики. Вот это круто. Лишний груз надо убрать отсюда. Идите, возьмите меня. Понеслось, походу. Где? Ну ладно. Потрясающе. Круто. А, о, вот он. Иди. Бляха, муха, блевон еще. Мне этих, что ли, блин, мало, а? Да, тут 1900. Давай. Во. Тоже развалился. Голубчик. Силовой узел. Чуть не пропустил. Ну... Это вот с этим вот так надо поступать. Так, а я забыл совсем. Давайте сразу что-то кинем. Блин, как мячик подскакивает. Research log 16671. It's the same signal. Dementia and codes and blueprints are all caused by the same signal from the marker. It's the people. Smart people see codes and blueprints, but to everyone else, it's just noise. Noise that drives you mad. Да, люди с высоким IQ, я так понял, слышу, видят какие-то картинки, как Айзек, А те, кто, видимо, просто люди обычные, без IQ высокого, они... Только шум какой-то непонятный. В реконструкцию. Блин. А, вон он. Все. Чё ты охранял? Полсотни охранял? Да ты шутишь? Ну да. Тут, типа, проходи, если хочешь что-нибудь взять, если не хочешь, не стоит.
все, можно идти. Все это в каком-то дерьме, честно. Знаете, на что похоже? А, неважно, в общем. We're getting closer, Isaac. The marker knows you're here. I still don't know what to do. When the time comes, you will. Айзек, а ты видишь какие-нибудь символы? Или у тебя тоже шум в башке? Чё тут у нас? Реконструкцион. Чё? Реконструкцион. Да, всё верно. А ты притворяешься или нет? А, дети. Ну, с ним легко. А, ну все ясно, почему дети, потому что тут какая-то хрень. Твою дивизию, что за фигня? Ах ты гад, ползешь, значит. Ну, ползи, ползи. Вау. Что он сказал, в пятнашки играть, что ли? А дальше что-то не успел читать. Ух ты, 3000. Слушай, а заморозить нельзя? Чисто вот интересно. Походу нет. Блин, и ползают, самое главное, уроды, а? Ноги себе отрубили, наверное, специально. Так, где у нас меньше всего? Труборезик. Ну, мы его часто потому что используем. Хорошо, будем тогда вот с этим. Ну, с труборезом тоже. Сейчас на следующий пойдем. Побежали, побежали. Бегом, бегом. Сейчас самое главное не промахнуться, а то они взорвутся. Рифма. Так. Застыл. Блях ты мух, какого хрена? Так и знал, они какие-то странные. Ладно, сейчас надо идти куда-то. Нет, рано, точнее поздно. Пожалуйста, пожалуйста. Фу, чуть туда не вышел. Так, ну а пока место есть будем. Если что, в магазине это все потом сольем. Блин, мины дают еще. Все, патрончиков нет. Будем вот с этим играть. Я был... Я даже в лифт не зашел долго. А, сейчас добьем уж тогда. Труборезик. Сам по себе неплохая, сама по себе неплохая пушка. Все. Так. Так, так, так. Система отключена. Здорово. А, вот и что. Ну да, дают немного перерывчика от некроморфа. Для небольшого отдыха. Ой, точнее, что я сказал. А, ну да, да, для отдыха и для, чтобы... Для подумать. Блин! Фу! Для подумать. А, блин. Все, ну здесь ничего нет. Снизу вверх его надо мочить. Блин, там звуки капец.